Доброго времени суток. Меня зовут Данил Рыжкин. Я являюсь гражданином Российской Федерации, а значит, имею право высказывать свое мнение. И я считаю, что то, что произошло 30 октября 2018 года, я считаю, что это изнасилование, это вопиющий случай. И да, это популистская точка зрения, я надеюсь, что так считают все. При этом я считаю, что наказание в рамках увольнения данных людей, хотя их нельзя назвать людьми, не приведет ни к чему хорошему. Я считаю, что этим людям нужно отрезать их половые органы и посадить их в тюрьму, чтобы они не навредили окружающим. Ведь вдумайтесь, они это сделали со своей коллегой. С коллегой. Им наплевать на того человека, с кем они работают. Значит, им наплевать вообще на всех людей. И поэтому их нужно максимально изолировать. И не просто изолировать, а еще отсечь то, чем они совершали данное действие. Да, возможно, это негуманно, но они ведут себя как свиньи. Они ведут себя как животные, которые предоставляют угрозу, представляют угрозу. А значит, нужно от таких животных избавляться. И в данный момент мы должны забывать о гуманности. Я надеюсь, вы уяснили этот момент. А еще я считаю, что нужно очень хорошо, очень грамотно сейчас следить за сложившейся ситуацией относительно государства, относительно судоделопроизводства. Потому что мне очень интересно все-таки, какой будет вердикт. Ведь это не простые люди. Это были высокопоставленные люди, которые должны, в принципе, защищать, но им плевать. И вот если государство ничего не сделает, то, получается, мы погрузимся в антиутопию по Джорджу Оруэллу 1984 или «Скотный двор», и наше правительство окажется свиньями, а мы обычным скотом, который живет по законам, которым нет места на этой планете. Так что давайте следить за этой ситуацией. И если среди моих зрителей есть люди, которые могут действительно повлиять, я прошу повлиять, чтобы люди, которые совершили данное изнасилование, нормальный свет, который мы с вами видим, больше не увидели. Потому что такие животные не должны ходить по улицам, по которым ходим мы с вами. И я призываю все блогерское сообщество обратить на это внимание. Не с популистской точки зрения, что «ой, это все очень плохо», нет. Обратите на это внимание таким образом, чтобы дело было закрыто в пользу рационального мышления. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо, всем дизлайк.